Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. На фоне тревожных новостей о состоянии здоровья коллег артистки ее отсутствие взволновало поклонников. Как выяснилось, певица действительно заболела. На вопросы журналистов артистка отвечала с трудом. «У меня сильная простуда или грипп. Я в лежащем режиме. Лежу с температурой уже 3 дня и потихонечку начинаю поправляться к новой волне», — обрисовала ситуацию Аллегрова. Поклонники надеются увидеть известную артистку на песенном конкурсе в Сочи. Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил неприятное известие в соцсетях. К сожалению, Ирина Аллегрова не сможет выступить из-за болезни, у певицы поднялась высокая температура, написал он на своей странице в Instagram. Несмотря на отсутствие четкого диагноза, народная молва рассудила, что артистка подхватила некую инфекцию. Пользователи сети отметили, что хотели попасть на концерт только для того, чтобы увидеть певицу на сцене. Ей желают скорейшего выздоровления. Сама же Аллегрова во время одного из своих выступлений призналась, что годы берут свое. Она уже не может так бойко, как раньше, скакать между рядов и собирать охапки цветов от восторженных поклонников. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!